Алиса, сыграем в игру «Магазин». Запуская навык «Игра магазин». Чтобы выйти, скажите «Хватит». Привет! Рада видеть тебя снова. Твой магазин уже заждался тебя. Скорее открывай его и продавай игрушки. Скажи «Начать игру» или «Правила», чтобы вспомнить правила игры. Начать игру. Открываем магазин. Заходит первый посетитель. Привет! Хочу подарить сыну набор деталей, из которых можно строить дома и многое другое. В вашем магазине есть такие игрушки? Предложи покупателю игрушку по описанию. Лего. Лего – это то, что нужно. Покупатель тебе очень благодарен. А вот и следующий покупатель. А мне, пожалуйста, подберите транспорт, но не тот, что по дорогам ездит, а тот, что дым из трубы толкает в небо. Паровоз? Отлично. Тебе удалось продать паровоз. Ты двигаешься в правильном направлении. А вот и следующий покупатель. Добрый день. У моей дочки очень много кукол, а сама она мечтает стать актрисой. Посоветуйте, пожалуйста, игрушку, чтобы кукол найти занятие. Мебель. Эта игрушка не подходит покупателю. Предложи другую или скажи, что не можешь помочь. Кукольный домик? В магазине есть что-то похожее. Это кукольный театр. Покупатель доволен твоей работой, игрушка продана. Алиса, хватит. Отлично, будет скучно, обращайтесь.